Всем доброе утро. Поставьте плюсики, как меня слышно. Отлично. Так, ну и мне сегодня опять выпала честь начать планерку с очень приятного. Девчонок, к сожалению, нет именинниц в комнате, но я надеюсь, что они посмотрят в записи. Сегодня у нас именинницы – это Елена Шейна и Лариса Ангел. Давайте поаплодируем девчонкам, потому что это очень активные девочки. Они активно работают, они вообще задают темп на нашей команде. Девчонки, так держать, продолжайте в том же духе. Желаю вам большого карьерного, стремительного роста. Зажигайте звезды. Пусть у вас будут огромные команды, таких же активных партнеров, как вы сами. Ну, всего вам всего, да, счастья, любви, чудес. И вообще чудес не ждите, чудите сами. Еще раз с днем рождения! Ура! Так, ну, поздравили девчонок, а теперь продолжаем в нашем рабочем режиме. Сегодня пятница, предпоследний день каталога. И хвалитесь, у кого что было в каталоге. Кто доволен, кто недоволен результатами. Кто еще планирует что сделать, сколько людей пригласить в свою команду, партнеров? И тишина. Все уже, наверное, работают, не до планерки. Пришли суперские новички. Здорово, Катюш. Ну, ты сама суперская, поэтому и новички суперские приходят. У нас, как говорится, подобное притягивает подобное. Какой ты сам, таких людей ты притягиваешь к себе. Работы много, да, согласна, Светлана. Приглашать, конечно, нужно. Чем больше, тем лучше. Регистрация – это наше все. Так, ну и немножечко пробежимся по акциям. Я вот не поставила слайд во осень, потому что вот вчера уже вроде бы он идет, эта акция идет до 23 октября, но я уже вчера в Телеграме видела, что вроде как уже и продукции нет, которая акционная. Но все-таки, может быть, в каких-то регионах еще осталось, поэтому заходите, пробуйте, делайте заказы. Так, секундочку. Так, поэтому пробуйте. Смотрите дальше. Идет у нас еще классная акция по водичке. Вода реально классная. Очень многим нравится. Я в этом каталоге продала несколько штук. И даже у меня заходили новички, которые сразу приобретали эту воду. Аромат реально очень здоровский, стойкий, такой необычный. И причем нравится всем возрастам, все категории. От молодых девчонок до уже женщин бальзаковского возраста и старше. То есть вообще вода такая, я не знаю, как назвать, но она такая для всех времен и народов. Вообще очень классный аромат. И причем очень стойкая. Вот мне моя сноха, она тоже взяла эту водичку, и она мне говорит: что-то я разочаровалась, в воде она не стойкая вообще. То есть она говорит мне, я вот, ну, наношу ее на себя, выхожу из дома, и минут через 10-15 я уже вообще не чувствую аромата. Вы знаете, я так сначала думаю, вот это да, как же так, вроде бы такой бренд, да, так ее рекламируют, здорово, и вообще она всем так нравится, почему так? Тут она, значит, вечером приходит домой, и я ее спрашиваю: Люпа, а ты вообще давно брызгалась водой? Она говорит: утром. Я говорю: а ты в курсе, что от тебя до сих пор пахнет этой водой? Она говорит: правда.
Я говорю, да. Она, а я почему не ощущаю? Я говорю, значит, это твой аромат. Потому что когда человек наносит на себя аромат, и через какое-то время его не чувствует, значит, это аромат этого человека. То есть он настолько ему подходит, что рецептор быстро к нему привыкает. Да, вот. И поэтому она его не почувствовала. А так аромат реально стойкий. То есть она, когда приходит даже вот вечером, да, домой, то от нее идет такой аромат, как будто бы она нанесла его на себя минут там 5 назад. Вообще, я, честно говоря, удивлена очень. В очередной раз, ну что тут удивляться, это Орифлейм. В очередной раз я говорю Орифлейму, что это супер. Поэтому предлагайте всем. И причем я говорю, что люди... Я даже не рекламировала эту воду никому. Они сами, аромат сам продает себя. То есть самое главное – познакомить человека с каталогом. Все остальное аромат сделает сам. Так, и поэтому пользуйтесь моментом. Еще у нас есть 2 дня. Еще можно кому-то предложить. Причем можно побаловать и себя также этим ароматом. Причем по акционной цене он обходится всего 1000 рублей. Если вы делаете заказ, еще плюс на 500 рублей из этого каталога. То есть я считаю, что такая вода за 1000 рублей, но это вообще практически подарок. Вот. Дальше, значит, ОСПА. Шведский спа-салон. Все уже знают, но я напомню, что те, кто делали заказы в 12 и 13 каталоге на 50 баллов, ой, в 13 и 14 каталоге на 50 баллов, то в следующем каталоге не забудьте заказать сразу в первый же свой заказ вот такой набор. Шведский спа-салон. Я вообще хотела уже давным-давно, что в него входит. Вот в него входит имбирный скраб для тела, шведский спа-салон, для волос масло, масло очень классное, маска для лица, шведский спа-салон, антицеллюлитный крем, мыло с отшелушивающим эффектом, вот оно такое вот тут с пупырышками, и очищающий скраб для лица. Все эти продукты я вообще давным-давно хочу заказать, потому что мне нужно для моей дочери, для того, чтобы вот ей нужна эта маска. Там, мне вот, ну вообще это нужно всем, если честно, но я вот уже распределила, что кому я подарю из этого набора. Вот. Я давно уже хотела это все заказать, потому что продукты реально классные. И все, кто делал заказы по 50 баллов, да, заказывайте, потому что обязательно возьмите, потому что 299 рублей он будет стоить. И даже если кто-то в одном из этих каталогов заказал на 50 баллов, то этот набор будет стоить всего 599 рублей. Это тоже не так много, потому что, во-первых, объемный очень продукт. Вот масла хватит вообще, я не знаю, наверное, на год. Если его использовать, да, там маски, вот эти все скрабы, но все это очень надолго, потому что все в таких хороших объемах, поэтому обязательно закажите, и вы нисколько не пожалеете. Потом будете заказывать еще, сколько бы это ни стоило. Я на своем личном примере хочу вам сказать, что я в подарок получила сыворотку и коллаген Novage, да, я ее попробовала, я убедилась, как она классно работает. Мне понравился ее эффект. И теперь она стоит, конечно, прилично, да, вот для меня, например, для мамы 4 детей, это такая приличная сумма. Но я все равно ее теперь заказываю и буду заказывать эту сыворотку, потому что я вижу результат. Поэтому и здесь, когда вы попробуете, если кто еще не пробовал вот эти продукты, вы с ними уже не расстанетесь, вы в них влюбитесь, и вам будет все равно, сколько она это стоит. И вы еще и будете это рекламировать и рассказывать об этом своим близким и знакомым, и они обязательно будут тоже этим пользоваться. Так, далее. Не забываем о том, что сейчас у нас идет классная акция, которую уже... Продлится, осталось совсем немного, да, до 12 ноября, бесплатная регистрация новичков. Это классная акция, потому что у нас за счет этой акции поднялись
количество выросло количество рекрутов. То есть все, кто заходит, большинство из них сразу делают заказы. Поэтому пользуйтесь этим инструментом для работы. Это классно, это работает, и это повышает наш товарооборот. И у нас сразу люди знакомятся с продукцией, новички. Это здорово. Так, и еще хотелось бы сказать вот о чем. Скоро Новый год. Осталось совсем немножечко. От уходящего года осталось тут всего пару месяцев, да? И скоро Новый год. Здорово, подарки, там елка, апельсины, мандарины. Все классно. Уже начнутся скоро рекламы праздничные. Опять же, акции, скидки и все такое. И я всем рекомендую заказать, уже сейчас можно заказать календарь на 2017 год. Календарь Oriflame, конечно же. Их там большое разнообразие, там от карманного до магнита, там и карманные, и перекидные, вот. И поэтому, так как мы в Oriflame, соответственно, у нас, чем больше нас аксессуаров будет окружать Oriflame-овских, тем как бы мы будем больше принадлежать к семье Oriflame. Поэтому окружайте себя этим, и вы будете чувствовать себя частью этой мощной компании. Поэтому рекомендую всем делать заказы. Так. Угу. Да, вот Светлана обожает спа. Здорово, да? Так, ну, ребят, какие планы на сегодня у кого? Кто чем будет сегодня заниматься? Вопросы, может быть, и какие-то у кого-то есть. Ну, Катюша уже работает. Я знаю, что уже многие работают. Это здорово, это замечательно. У меня сегодня опять поход по врачам, но это не значит, что мы заболели, ребят. Просто у нас плановые походы, нам нужно сделать плановые там манту, прививки и так далее, посетить некоторых специалистов. Вот. А так мы вообще, благодаря замечательному продукту Wellness, мы практически не болеем. Расскажу вам еще историю, опять же. Мой старший сынок Константин, он у меня сейчас ездит на вахту, он учится в железнодорожном, сейчас у него практика, и он работает уже на практике, работает на открытом воздухе, на улице. Естественно, сейчас перепады, сами понимаете, уже холодно, они работают ночами, бывает такое у них. Вот. И он заболел, очень сильно заболел, привез домой, и приехал, конечно же, домой, но и привез домой свою эту болячку. Причем болячка была такой, что, ну, у него там была простуда, кашель и плюс вирусный конъюнктивит. Это вообще, я не знаю, что это такая, для меня это было новое, потому что раньше я знала, что конъюнктивит – это, ну, болезнь глаза, да, воспаление слизистой глаза. Здесь же у нас было воспаление всех слизистых. Естественно, что и дети тоже, конечно же, это подхватили. Причем это сопровождается высокой температурой. Там выделения идут такие не очень приятно, конечно, но скажу, как было. Гнойнистые выделения из глаз, носа, поражается горло. То есть там, ну, вообще такая очень тяжелейшая форма. Вот. И дети мои, благодаря тому, что мы уже давно начали. В течение полугода мы уже едим Wellness, они перенесли это легко. То есть, да, мы все-таки заразились, потому что еще недостаточно. У нас иммунитет окреп, да, все полгода, это мало для иммунитета. Вот, но температуры у нас не было, ну, там, подержалось немножко 37,2. Вот, далее мы очень быстро справились, благодаря тому, что я еще использовала чайное дерево. Мы промывали носик, промывали глазки, горлышко обрабатывала. Вот, мы с этим очень быстро справились. Дети, причем, они не были вялыми, они там не лежали, им не было плохо. Они также бегали, играли, они были такими же энергичными. Единственное, что вот был вот такой вот
такие симптомы. Но мы очень быстро с этим справились, мы продолжаем пить wellness, и на данный момент нас даже допустили уже к прививкам, к манту, к прививкам. Вообще после как бы таких заболеваний детей не допускают. Но нас посмотрел доктор и сказал, что у нас все отлично, и нам можно спокойно прививаться. То есть, если вы хотите сберечь, потому что своих детей и себя, потому что, сами понимаете, сейчас столько всего, вообще всяких таких вирусов, о которых мы даже там, я не знаю, в помине не знали, да, и не знаем, они просто там преследуют нас везде. Опасность такая везде бывает, и неизвестно, не знаешь, где подхватишь, да. Вот, поэтому, чтобы вот этого не случалось, чтобы сохранять здоровье свое и здоровье своих детей, обязательно пейте wellness, обязательно этим пользуйтесь. Обязательно для того, чтобы у вас были скидки, да, чтобы вам, как говорится, не было дорого для вашего кармана, обязательно будьте в премьер-клубе, чтобы заказывать какой-то продукт по 50% скидке. Я вот себе всегда беру wellness pack для женщин по 50% скидке по премьер-клубу. Это очень выгодно. Быть в премьер-клубе выгодно. Поэтому стремитесь к этому. 150 баллов сделать несложно. Пойдите, раздайте каталоги. Раздайте каталоги в ближайшие магазины. Вот недавно выкладывали, Лили, по-моему, да, выкладывала в чат, в Телеграм, как это бизнес в тапочках, как соседям раздавать каталоги, просто в почтовые ящики. Приложите там к ним листовку, да, с надписью, и пусть люди и по очереди в каждый ящик кладите. Посмотрите этот ролик обязательно, очень здорово, я обязательно этим воспользуюсь. Я уже это делала, и это дает результат. Поэтому, ребят, пользуйтесь этим. 150 баллов, я еще раз повторю, это не сложно. Вот если здесь есть новички кто-то, да, и думают, что ого, 150 баллов, я тоже так думала. Я думала, вообще, что можно купить для того, чтобы было 150 баллов. Сейчас я думаю, чтобы вообще не заказать себе, чтобы вот уложиться, вроде бы хочется и то, и то. И я не знаю, уже можно баллов на 300, наверное, заказывать, и все равно не хватит и 300 баллов. Поэтому это возможно, это можно. Самое главное делать. Да, смотрите ролик, как не делать 150 баллов на канале YouTube. Очень классный ролик, здорово, там все рассказано подробненько. И делайте. Самое главное, делайте, и все получится. Точно так же с приглашениями. Если вы боитесь, вот новички, если вы боитесь рассказывать, да вы и не должны первое время рассказывать о бизнесе сами. Идите к спонсору, он вам будет помогать в этом, обязательно. Причем каждый спонсор всегда об этом говорит. Ребята, просто, это очень просто. Отдать телефон своего знакомого. Спросить знакомого, нужны ли ему деньги, если они ему нужны, то просто передать телефон знакомому спонсору, спонсор позвонит и все сделает за вас. Но, конечно, уже знаете, что все за вас он делать не будет совсем, а будет делать вместе с вами. Не вместо, а вместе. Привыкайте к этому сразу, с первых дней. И тогда все получится. Еще вот, кто пришел пораньше, видел ролик про работу, да? Выбирать, конечно, каждый, это право каждого выбирать, работать на себя или работать на кого-то. То есть, работая на себя, вы делаете счастливым себя и свою семью. Работая на кого-то, вы дарите свободу тому, на кого вы работаете. Поэтому решать вам. Деньги, ребята, это отчеканенная свобода. Осталось только принять решение, чья это свобода, ваша или того, на кого вы будете работать. Раз вы все уже здесь, значит, вы, наверное, все-таки приняли правильное решение. И вы хотите сделать счастливыми, свободными, независимыми себя в первую очередь, свою семью, своих детей. Хорошо, Миш, я сброшу этот ролик. Поэтому, ребята, вы все, каждый здесь, вот здесь 16 человек сегодня. Кто-то еще, может быть, будет смотреть это в записи. Все, каждый из вас достоин хорошей жизни. Посмотрите, что это же все реально. Все реально. Вот
Я еще сейчас расскажу вам коротенькую историю, опять же. Вот у меня моя сноха, да, она работает в банке. Каждый день приходит, я уже говорила, наверное, об этом, приходит со слезами на глазах. Потому что работать заставляют, вы не представляете как. Планы просто заоблачные, и они там пашут так, они там не просто звонят, а там, я не знаю, они там бесперебойно звонят, уговаривают людей там на всякие страховки, еще там на что-то, ну там продукты банковские, да. Она говорит, если честно, то мы обманываем людей. Мы говорим им, что вот вам нужно там, допустим, оформить страховку, из-за этого ваш там кредит, процентная ставка по кредиту будет меньше. Но мы этого не делаем. То есть мы загоняем людей в еще большие долги. А нам приходится это делать, иначе мы не получим премию. И вот она каждый месяц бьется за эту премию, она приходит, ее трясет просто, она приходит с работы, понимаете? Я никак ее, вот никак не могу ее убедить, что нужно идти в сетевой, потому что там ты будешь работать на себя, ты будешь делать то же самое, но не обманывать людей. Ты будешь также общаться с большим количеством людей, но ты не будешь их обманывать, ты будешь им предлагать реально, реальные деньги. Вот. И она мне вчера приходит и рассказывает, вот у нас девочка в соседнем офисе, она вот как-то делает такой огромный план, и у нее зарплата в месяц по 60 тысяч. Как это сделать? Я не знаю. Я говорю, ну попробуй там с ней пообщайся. Я говорю, ты же понимаешь, что эти деньги можно заработать реально? Она говорит, да, я понимаю, я вижу, что деньги можно заработать такие, но я не знаю как. Точно так же, ребят, и все вокруг, многие видят, как вот в Орифлейме, да, очень многие успешные, очень много зарабатывают огромные зарплаты, но многие никак не могут понять как, и никак не могут в это поверить, даже видят собственными глазами и не могут в это поверить, что здесь реально можно зарабатывать. Поэтому вот и не получается, потому что не могут поверить. Как только вот вера эта придет, да, как только вы поймете, что зарплату не обязательно платит работодатель, а что вы деньги эти можете заработать самостоятельно, тогда вы их начнете зарабатывать. Я желаю всем, чтобы эта вера пришла к каждому, чтобы каждый из вас поверил в себя. Ваши спонсоры, помните об этом, даже если вы в себя не верите, они в вас верят. Они в вас верят, и они хотят вас вести за собой. Поэтому идите, открывайтесь, ребят, вы выходите из своих ракушек, из своих скорлупок, выходите из своей зоны комфорта. Сначала будет сложно, трудно, может быть, там даже будут слезы, разочарования и все такое. Но потом вы не представляете, насколько вы будете счастливы, что вы стали свободными. Свобода – это самое главное, наверное, в жизни. Потому что когда вы свободны, у вас есть все. Да, Катя, это счастье, что ты не работала на работодателя. Поэтому, ребята, работайте, идите к людям. Многие, очень многие ищут наши возможности. Так, ну я вижу, вопросов нет, да? Надеюсь, что я вам сегодня была полезна. Сейчас будет классный тренинг, Михаил Булавцев будет проводить. Поэтому оставайтесь здесь. А я побежала освобождать комнату. Всем пока, всем спасибо, что вы были со мной. Девчонок, еще раз с днем рождения, успехов всем. Пока-пока.